Давид рисует, да? Ты художник? Да, мама, а. Ты со мной порисуй. Хорошо. Вот, я тебе оставлю кисточку. Макай пальчики в водичку, а потом в красочку же макай. Так. Нет, и в одну сначала макать надо, потом в другую. Потом на бумажечку, а потом туда. Что ты рисуешь? Это что у тебя? Чудовище. Чудовище? Теперь мой пальчик макай водичку. Теперь макай водичку. Мой пальчик макай водичку, а теперь другую краску макай. Зелененькая, да, теперь будет? Это тоже чудовище? Да. Набирай еще зеленой краски на ручечку. На пальчик набирай. Я помыл. Угу. Ух тышка. Та-та-та. Теперь фиолетовенькая. Помой пальчик возьми. Мама, она стоит некрасивой. Ты ее поменяешь. Вот. Хорошо, водичку поменяю тебе. Петя, в какая? Это чудовище дух. Дух? Да. Ничего себе. Чудовище дух. Понятно. Ой, она стоит некрасивой. Красненького, мне кажется, не хватает. Не, нормально, нормально. Давай в красненькую макай пальчик. Мне кажется, красного мало здесь на листике, да? Давай ему шляпку нарисуй. А, то ротик у него, да? Смотри, какая у него шляпа. Ну, какая. А шляпку сверху? Нет, это ж носик. Шляпку сверху надо нарисовать. Нет, это шляпа. А, это шляпа? Да-да-да. Вот это. Вот ножки. А ножки. Какого цвета у него? Мама, нарисуй ему ножки. Он летающий. А, летающий. Ну, крылышки тогда надо нарисовать. Давай крылышки нарисуй ему. Так, это одно крылышко, а второе? Ой. Второе ручка держи. Ага, это второе крылышко, понятно. Оно такое тоненькое, может, толстенькое нарисуешь крылышко? Мама, мне давай сейчас это нарисуй. Да. Травку можно нарисовать, еще что-нибудь. Мост нарисовал, мост. Мост? Да. Ты кто, художник? Да. Малевич.